Чему Божий суд? Когда два мужчины могли повздорить, поспорить, и не могли доказать свои правоты, и дрались на первой крови, кто носил первый раз, тот выигрывал свой спор. Даже если вы будете правы. Что вас от вас хотят? По очереди будут выходить бойцы. Они будут раз на раз заморозить. А вы должны, кто отправляет, кто учитель, что просто люб вашему глазу, отдать ему свои ленты и возглас. Вы согласны? Да. Никаких поблажек. Виталий, аплодисменты. Виталий будет драться палашом и защищаться железным щитом. Второй боец, Александр. Владимир!
Пусть перебиваются. Мы выбираем бойца. Владимир. Они еще посажают. Запомните, для этих бойцов, потому что это единственные люди, которые сражаются не по становочным бойцам. Чтобы драться так, они дерутся. Они сами себя рвут. Убийца сживает. Такой солдат мог один стоять, очищать эту кучку или наступать с небольшого отряда, калечить ребят, калявить. Сейчас мы покажем, как дрались с таким двуручным мечом. Ваша власть. Ha 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 ha!
файл. That way? Yeah. And if you want to go around, take pictures, I will be with you. You're enjoying this, so I'll see you up front whenever you're ready. I finished video and then and I'm going by car and we'll be waiting in the car. Okay. Как на этой земле литвинов был культ воин, честь достойна. Шотландцы были люди. Вот поэтому они воевали по всей Европе, чтобы зарабатывать здесь, для своего клана. У каждого клана были воины. Отбирали мальчиков, с малолетства обучали войне. Сражаться за свой клан, за свою семью. Драться, защищать. Горцы, они еще говорили о своем красивейшем горейском языке. Сейчас я вам скажу по-русски. Шотландская пехота. По-гаэльски это звучит так. Казина. Алба, по-гаэльски, Шотландия. Ну что, наши два бойца. Наши два победителя. На месте обои. Небольшого роста. Все времена не играла роль, какой ты. Ростом вообще физически раньше. Насколько ты умен. Насколько ты умеешь драться. Насколько ты умеешь владеть клинком и своим телом. Аплодисменты! Господа! Ну что, выбираем бойцов? Андрей!
Из города Мозыря, клуб «Шатун», аплодисменты.